Всем привет! Сегодня мы в Чижике. Зовут меня Наталья, канал Акварелька. Вот, давайте посмотрим, какие здесь новиночки, в какой цене. Так, и посмотрим, что можно здесь прикупить хорошенького, вкусненького. Вот свежие бананы, 89 рублей килограмм. Выглядит очень красиво. Так, ну смотрю, фрукты здесь сегодня как-то маловато. Так, не знаю. Ну, я вот люблю вот эти вот брать сырки по 39 рублей, они очень вкусные. Пишите, какие вы брали. Так, масло мне нравится здесь от Цветаева. Так, вот, которое 82,5% жирности, всегда беру, 119 рублей стоит. Так, ну и есть за 89 рублей, здесь уже 72,5% жирности. Так, берем, я вот уже складываю к себе в корзинку, что можно здесь прикупить, что есть. Вот я обзорно показываю вам творог, по какой цене. Сметана Цветаева, 69 рублей. Сыр российский и гауда по 109 рублей, здесь 150 граммов. Брала вот этот сыр на пиццу, 119 рублей, 200 граммов. Очень хороший сыр, в общем, на пиццу самое то. Быстренько тереть не нужно, насыпала и все, готовая пицца. Потом рыбные консервы, вернее, здесь консервы, мы до них еще не дошли. Здесь вот упакована сельдь «Дикое море», очень вкусная, малосольная. Очень быстро я делаю селедку под шубой из филе, 99 рублей. Форель «Дикое море», 299 рублей. Так, коктейли есть по 199, тоже говорили, очень вкусная. Скумбрия уже нарезанная кусочками, 159 рублей за 300 граммов. И также есть селедка в вакуумной упаковке, вот такая вот, по 199. Ну, я люблю вот такой брать. «Дикое море» селедочку упакованную или вот в таком контейнере, но здесь сразу откроешь много. 129,99, 250 граммов. Какую выгодно? Выгоднее, наверное, вот эту взять, да? Так, разочек вот эту возьмем. Так, берем. Сахар в Чижике сегодня 59 рублей, выгодная цена. Ну, можно взять целую упаковку. Я возьму две пачки сахара. Так, складываемся. Тут некоторые писали, что не нравится им смотреть, как я что-то набираю, зачем я пришла в магазин. Не нравится, не смотрите. Но есть люди, которые наоборот просили показывать, что я беру для себя. И гораздо так интереснее им смотреть. Так, вот для плова есть рис. Возьмем. Это «Щедрый год», 99 рублей, 900 граммов. Так, ну вот он не очень крупный, я смотрю. Так, ну все равно возьму, потому что я плов люблю готовить. Так, вот такой вот спагетти, 44 450 граммов. Есть подороже, от Барилла, 149. Здесь целый килограмм, большая упаковка. Ну и вот такие вот тоже упаковки по килограмму макарон. Есть подешевле, 44 рубля макароны. Рожки тоже возьму. Рожки. Так, и мне нужно взять еще подсолнечное масло. Вот подсолнечное масло дешевле даже, чем в «Победе». Здесь 99 рублей золотая семечка. Так, берем. Есть, конечно, другие варианты. Кому какой нравится, я люблю этот. Вот это еще мне нравится. «Альтера», 109 рублей здесь. А, но у меня мама не любит такое. Приходится брать то, что всем пригодится. Так, ну вот эти вот консервы от Гринола, я уже говорила, что они все хорошие. Мягкий горошек зеленый, такой же, как и бундиель, но в два раза дешевле. Повторяться я не буду. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Будете знать все новиночки, какие я сюда завою. Шпроты 79 рублей. Шпроты я не брала. Возьмем, попробуем. Из Чижика. Так, 160 граммов. В масле тоже «Дикое море», 79 рублей. Скумбрию мы брали, вкусная. Консервы хорошо пользуются
спросом. Говядина 179, свинина 129. Баночки по 338 граммов. Так, берем. Так, дальше идем. Да, я взяла там чай еще, Гринфилд. А вот есть еще Якобс. Посмотрите, по выгодной цене 349 рублей, 190 грамм. Большая упаковка. Так, дальше двигаемся. Разные вкусняшки. Тоже вот есть по выгодной цене. О, Чокупай, смотрите, 149 рублей, 360 граммов. 12 здесь упаковок с черникой. Блюбери. Так, кстати, надо взять лимонную кислоту. Очень хорошо чистит лимонная кислота. Гораздо лучше, чем разные чистящие средства. А где лимонная кислота? Лимонную кислоту разобрали, представляете? Так, вот эти вот я не брала еще. Новые вот эти вкусы. Но вообще обычно беру вкус говядины и ягненок в желе для своего котика. Хотя говорят, что в вискосе там никакой полезной нету. Полезного наполнителя нету мяса. Ну вот они, коты, почему-то подсажены на это питание. Мороженое очень вкусное. По 34 рубля. Я люблю шоколадное. Пишите, какое вам нравится больше всего. Но это я в последний момент обычно беру. Пока тут набираю, все у меня растает. Вот эта колбаска по 179. Вкусная. Молочная. Так, а это вот докторская. 169 рублей. Так, есть краковская. Вернер. 169 рублей. 400 грамм. Вот попробую, наверное, вот такую колбаску я сегодня. Так, которая здесь до 3-го. 11-го. Вот это посвежее, да? Возьмем вот эту колбаску попробовать. Вот эти вот вкусные тоже нарезки разные. Ветчина. Тоже пробовали. 169 рублей. 400 грамм. Тоже это Вернер. Очень вкусно. Грудинка тоже понравилась. 179 рублей. 300 граммов. Так, ну и вот обзор вам покажу, что еще можно здесь прикупить. Вот это вот мыло хорошее. Запах приятный. Крем-мыло жидкое. 750 мл, 99 рублей. Очень хорошее мыло. А вот такое вот, которое в упаковках детское брала, 79, у него вообще никакого запаха, но, возможно, это для аллергиков и хорошо. Так, зубная паста. Вот такие вот цены. Покажу обзорно. Так, мне нужно, наверное, какой-то взять. А, вот шампуни. Смотрю, чистая линия есть или нету. Но вот чистая линия мы обычно берем. Нравится нам. Но здесь его нету. Шампуни. Так, возьму, наверное. Так, отбеливания нет. Вот тройное действие. Колгейт возьму. Так, ну и дальше идем. Так, Хайнц 129 стал, 550 грамм. Он стал больше, что ли? Что новая упаковка. Было по 89 рублей было. Так, вот есть помидорка, томатная паста, 129 рублей. Тоже возьмем. Так, ну и рыбка. Рыбка здесь минтай, треска. Минтай 169, дикое море, килограмм. А треска 399 рублей, 800 грамм. И также можно сделать филе минтая. Здесь готовится всего 5 минут уже такой вариант. Блинчики. Хорошо, цены написаны крупно. Можно посмотреть, выбрать полуфабрикаты. Так, ну вот мне интересно, что здесь вот из таких товаров завели. Ой, смотрите, слаймы есть. В стекле 149 рублей. Ну, это, наверное, чуть такое игрушка. Так, Бимакс против пятен. Так, 249 рублей. Вот такая минажница по 199. Бамбуковая, классная. Вот мне такие вещи нравятся. Брюки есть до 56 размера, 399 рублей.
состав 70% хлопок, 30% полиэстер. Так, интересно. Вот эти плечики. Набор целый 299 рублей. Сколько здесь штучек? Так, 6 штучек деревянные. Вот это качество вот таких плечиков мне нравится. А, блинная сковорода. Китчен написано. Ну, вот мы вариант в светофоре взяли лучше. Но здесь она побольше диаметре, да? 24, там 22. 599 рублей такая сковорода. Вот есть вот сковорода гриль. 899 рублей. Так. Подушки. 299 рублей. Грансон. Ну, это, мне кажется, ивановский трикотаж. Да, уже показывали, что вот здесь ивановский трикотаж завозит. Так. Ого, целая парта. Столик 599 рублей. Так, корзинки вот эти по 249 рублей. Они с крышкой уже идут. Да. Стул, стремянка. Вот это вот классная вещь, 999 рублей. Это вот икеевский товар, между прочим. Ого, какой он тяжеленький, классный. Вот это вот я бы взяла, видите? Вот, икеевский товар. Стул, стремянка. Фортик. Так, надо самому собирать, как конструктор. Сделанный из бруса, дерева. Так, и цена нормальная, 999 рублей. Я в интернет-магазине смотрела, они дороже. В Фикспрайсе были такие пластиковые, да и здесь тоже они были. Но деревянный-то гораздо лучше. Стремяночка. Надо ее взять мне сегодня. Так, ну кастрюлю я хотела купить. Кастрюля по 499, здесь как бы на распродаже цена. Так, это 3 литра 200 миллилитров. Мне будет побольше, на 4 литра. А вам, если такая подходит, то можно прикупить здесь. Корзины по 399 белья. Так, с крышкой они идут, да. И вот эти вот книги я показывала. Они теперь на распродаже. Вы представляете? Вот шедевры мировой культуры. Джоконда здесь есть. Леонардо да Винчи. Мы в прошлый раз смотрели, они были по 99 рублей, а теперь можно взять за 49. Вот японские иллюстрации, импрессионисты, Ван Гог любимый мой. Ну, смотря кому как, что, конечно, нравится, но вот они здесь вот есть. Клод Моне. Так, вот Ван Гог я бы, наверное, взяла, но единственное, что здесь вот надо же рисовать. А вообще рисовать, конечно, это хорошее мероприятие для того, чтобы немножко расслабиться, отвлечься. И тем самым вы даже получите удовольствие. И у вас будет вот такая картина. Так, вот он тут без уха, Ван Гог. Так, ну 49 рублей всего-то лишь. Так, ну есть наклейки еще, посмотрите. Крутые стикеры, 99 рублей, на них скидки нет. Вот детская энциклопедия 189 стала. И сказки «Приключения барона Мюнхгаузена» 99 рублей. Рецепты домашние соленья 99 рублей. Так, ну тут вот я смотрю, канцтовары все еще есть. И также вот игрушки добавились. Но я смотрю, вакууматор забрал. А, вот он есть, да. И он подешевле стал. Смотрите, он был 999, а теперь он стоит 699 рублей. Гораздо дешевле. Два режима работы. Запасчик пакетов. В общем, вот, кому необходимо, можете прикупить. Друзья, на этом видео буду с вами заканчивать. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Всем удачных, выгодных покупок. И здоровья крепкого. До новых встреч, друзья. До свидания. Так, ну вот у меня получилось на 2 550 рублей. Два пакета продуктов. Какие продукты я клала, вы видели видео. И вот взяла я эту стремянку.